4. Сейчас. Ребята, Шухер, она идет. Блин, ну где же она? Только после вас. Присаживайтесь, мадам. Поняла, я типа шучу, вам жалко, пацаны не видели. Слушай, ты не хочешь кофе? Я угощаю. Точно? Какой захочу? Да точно, точно, ну. Вот, я выбрала. Дома попью. Тут в соседнем супермаркете продавались. Чек я сохранила. Слушай, а давай сейчас не заплатим и убежим, а? Да шутка, шутка, шутка. Вставай. Слушай, я вот хотела спросить, а как ты относишься к браку, к детям? Ну, может быть, в будущем, ну, вообще я за. Отлично, у меня есть муж и двое детей. Так, я ничего не буду, лучше борщика дома поем. А ты пока выбираешь, давай мне носочки снимай, я их быстренько в туалете простерну. На солнышке высушу. Оливкина, ты почему не пишешь? Как говорил Сократ, я знаю, что я ничего не знаю. Итак, статья 78, пункт 4 Конституции нашей школы. После контрольной работы домашнее задание не задается. У меня тоже есть права! Пс! Что? Дай списать. Ты просишь меня о помощи, но ты делаешь это без должного уважения. Ты даже не зовешь меня крестной Оливкой, хотя вчера я купила тебе в столовой булку. Алло, мам, ты свечку поставила? Итак, достаем двойные листочки и пишем контрольную работу. Умоляю тебя, только не на детской площадке. Не нюхай все это. Чья это собака тут накакала на детской площадке? Ой, я стесняюсь. Давай. Меня зовут Оливка, и я Вайнер. Ну пошути что-нибудь, чтобы они поняли, что ты смешная. Ты не знаешь, что рассказать. У меня 36-й размер ноги. Шутка 39-й. Обманула дурака на 4 кулака. Уже пишет, да? Привет, девочки. Для легкого весеннего макияжа нам понадобится всего 2 ингредиента. Это наш милый фейс и немножко косметики. Если и то, и другое у вас в наличии, то приступим к шагу 2. Соединяем все это вместе. Да просто, девочки, вот такой элементарный макияж у нас с вами получился. Сняли, да? Эти рукожопы даже стрелки ровно не нарисуют. Всем привет! Сегодня мы с вами будем обозревать технику. По секрету, я в ней ничего не понимаю. Но в этом видео будет реклама, за которую мне уже заплатили. Так что приступим. Итак, iPhone. iPhone — это дорого. Что интересно, в данной модели коробка из картона. Восхитительно. Макияж любой сложности можно снять за 1 секунду. И для этого нужно только чихнуть. Апчхи! Видите? Все? Нет? Работает, а? Она врет! А почему это бьюти-блогеру можно, а мне нельзя? В Инстаграме такое работает! Ты смотришь на меня? О, господи, я стала популярна! Я побежала за колой Ментосом! Будь тут! Всем доброе утро! Сегодня я проснулась, протерла глазки, потянулась, выпила чаю. Чай был вкусный. На этом все. Спасибо, что смотрели мой увлекательный влог. Я знаю, что ты меня ненавидишь, но мне же нужно просмотр в конце концов как-то получать. А можно мне, пожалуйста, ну это, вот это. 1, 2, 3. Оскорбинку, пожалуйста. Ну мне вот это вот, я из Германии для вас, сироп, баночку припас, поняли, да? Если хочешь сильно как, не забудь про что ж мне не забыть, вот что там было? Вот на О такое что-то или на М. Вам за что деньги платят? Подскажите мне. Мне, пожалуйста.
Один бинт, один пласт. А можно скорее? Тут очередь. Девушка, наступит и ваше время. Одна гематогенка. Получается, гематогенка – это шоколадка, но полезная. Значит, можно. О, Том! Том! О, привет! Я тут прогуливалась рядом, и как бы случайно, а ты тут? Так ты жила в другом городе. Так, а я переехала как раз вот в дом напротив твоего. Ты что, шпионишь за мной? Да как ты мог подумать? Ухажеры достали, капец, цветами весь подъезд завалили, пришлось переезжать. Как у тебя жизнь? У меня? Да я вообще свечусь от счастья с тех пор, как мы расстались. Хожу прям... Пожалуйста, давай снова будем вместе. Что? Извини, кашель. А давай вместе с тобой прошвырнемся завтра по магазинчикам. Я верю в дружбу после отношений. Да не знаю, я девушку нашел. Может, она будет против. Да ерунда. Поможешь мне выбрать колготки так, чисто как друг. Я позвоню тебе завтра, а послезавтра в обед и еще несколько раз. Рада, что мы снова вместе. Все, до скорого. Че это было? Вон Янчик проходит, мимо меня мое счастье, но я так стесняюсь, не могу подойти. Так, на счет три. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Блин, с Янчиком не получилось, я не подошла к Янчику. Ай, с каким Янчиком? Мы с тобой хоть встречались, что ты Янчика тут пикапила каких-то, или что? Я просто поговорить подошла, просто поговорить. Настя, ну скажи, я могу считать на колени. Я сейчас стану на колени при всех. Скажи. Привет, Оливочка. Фоткаешься со мной? А кто ты такой вообще? Я тебя не знаю. А ты вообще блогер? Это же Майя! Мальчика, мальчика! Сфоткай меня! Серьезно? Сними, как будто мы друзья! Мне, пожалуйста, перламутровый маникюр с седыми вкраплениями. На среднем пальчике крокодиловую кожу. Извините, у нас такого нету. Хорошо, книгу жалоб сюда, живо. Здравствуйте, я по записи. Здравствуйте, я вам кофе-чай сделать? А это бесплатно? Ну да. Давайте два. Я очень боюсь, вы меня точно не порежете? Точно, точно, девушка. Поклянитесь жизнью своего кота. Ну, давайте ручку. Ладно, раз, два. Фух, через весь город к вам ехала, так спешила. Ну, что будем делать? Мне, пожалуйста, расчесать. Блин, так сложно выбрать. Эти очень стильные. И эти вроде ничего. О, косичка. Ты смотри, он меня подрезал, а? Да ты знаешь, кто я парень? Ты вообще знаешь, кто я парень? Да, ты знаешь, кто мой парень? А кто мой парень? Да неважно. Да мы модная полиция, мы тебя в тюрьму посадим. Аля, смотри, он выходит с машины. Закрывай окна! Погнали! Ты посмотри, какая машина, ага. Не подарили, а заработала. Конечно. А у этой, смотри, корни не прокрашены. Ну не стыдно, я? Капец! А та, глянь, с фигурой какой! Да я бы с такой фигурой дома бы сидела и плакала на улице. 100%! Девушка, вы это мне говорите, да? Блин, у меня в голове одна песня крутится. А у меня тоже. Давай на все три. Давай! Раз, два, три! Тополиный пух, жара июнь! Какой тополиный пух? Блин, ты опять красный, ёлки-палки! Надя, мой бывший женится на ней! Здравствуйте, а вы кофе делаете? Ну, не знаю. Может быть, это освежит вашу память? Да, латте, капучино, американо. Здравствуйте, а у вас есть что-нибудь выпить? Да, холодные, горячие. Горячие какие? Жидкие. А сколько стоит кофе? Много. Серьезно? Здравствуйте, а сделайте, пожалуйста, чай. Нет, кофе, лучше кофе. С сахаром. А лучше без сахара. О, привет! Что, бывший перезвонил? Что там твой целлюлит? О, давай, пока-пока. Нечего было тут 2 часа на баре трындеть.